2000 лет назад война богов обрекла изначальный материк на гибель. И тогда богиня Нуи принесла величайшую жертву. Ценой своей жизни она открыла портал и увела свой народ в далекий край. В память об этой жертве выжившие люди взяли себе новое имя — Нуиане, народ Нуи, и поклялись не забывать. Изнеженных детей цивилизации встретили суровые горы и пронизывающий ветер равнин. Но с ними был я. И я защищал их, потому что дал обещание Нуи. Я следил за ними глазами воронов и волков, буйволов и собак. Я видел, как Солрион нашел вход в древний лабиринт и прошел испытания, став первым королем новой земли. Я наблюдал, как крепнет престол полумесяца, как растет его слава и ширится влияние. Я был свидетелем того, как Илион, отвергнутый лабиринтом, повел армию на Салем и Роузенд. Как Мэриан Вердвинд предложила узурпатору свою руку, чтобы остановить кровопролитие, и стала первой королевой двух корон. Как воцарился долгожданный мир. Мир длиной в 1500 лет. Но ничто не вечно. И сегодня, глядя вокруг, я вижу тьму и отчаяние. Король престола полумесяца убит. Врата Солриона взорваны, и полуостров отрезан от мира. В лесах бродят разбойники, и даже духи восстают против людей. Люди просят совета у Нуи, но богиня молчит. И все же надежда есть. Пророчество гласит, что в час, когда сгустятся сумерки, явится человек с золотой меткой и изменит судьбу своего народа. Я буду ждать его. И когда-нибудь я поведаю миру его историю.